Уважаемые друзья, позвольте приветствовать вас. К нам присоединяется еще один уважаемый, так сказать, наш спикер, Руслан Семенович Гринберг, директор Института экономики Российской Академии Наук, член-корреспондент Академии Наук, наш сопредседатель Московского экономического форума. Начинаем нашу сессию, пленарную сессию. Уважаемые друзья, Руслан Семенович, можно вот с этой стороны, там столик. Да. Уважаемые друзья, сегодняшняя тема сегодняшней сессии – это тема интеграции производства, науки и образования, имплементация, так сказать, науки и производства, науки и образования в производственный процесс, производственной деятельности. Я хотел бы начать с чего? С констатации того, что у нас сегодня, наверное, мало кто будет спорить, что экономика России находится в сложном состоянии. Многие называют это состояние стагнацией. Руслан Семенович, в частности, называет это стагфляцией, так сказать, так. И, наверное, с этим очень сложно спорить. Сегодня России нужна новая модель экономического роста, предшествующее десятилетие, которое... Спасибо большое. Предшествующее десятилетие, которое, так сказать, мы существовали в другой модели, и сегодня она, как сказал наш президент, так сказать, да, значит, себя фактически исчерпала. Вот, наверное, так сказать, такой слайд покажет, так сказать, это подтвердит мои слова. Ну, я не буду останавливаться на состоянии российской экономики. Сегодня мы много об этом говорили уже, и вчера об этом говорилось. Я могу только сказать, что сегодняшняя ситуация, она характеризуется такими сложностями, сложным положением. У нас огромная доля импорта станкостроения, например, в основе промышленности. Да? Там это около 90%, то же самое в легкой промышленности. В тяжелом машиностроении примерно там 80%, то же самое ради электроники и так далее. Значит, не буду на этом подробно останавливаться. Но могу сказать только, что о том, что это происходит и будет происходить, мы при той модели, которая была, говорили уже достаточно давно, многие годы. Могу сказать, что вот и там ваш покорный слуга, так сказать, еще вот видите, в 2005 году призывал, так сказать, на основе анализа того, что происходило, отказаться от той экономической действующей на тот момент экономической модели, значит, и на переходе к модернизации экономики через восстановление в качестве приоритета индустриального пути развития. Ну, безусловно, что такой позиции придерживалось довольно большое количество специалистов, теоретиков, практиков, ученых. Вот. И сегодня мы с некоторым таким, так сказать, надеждой, некоторым удовлетворением можем говорить, что на смену вот этой парадигме постиндустриализма вкупе с таким либерально-монетарным подходом имеет все шансы прийти, так сказать, на смену и новая модель, приоритетом которой является индустриальное развитие. Уважаемые коллеги, я вообще готов утверждать, что вот сегодняшнее состояние российской экономики, об этом я уже неоднократно говорил, так сказать, да, еще раз подчеркну, по моему мнению, это следствие состоявшейся глубокой ее деиндустриализации. И вы знаете, явление деиндустриализации, оно такое сложное, вообще оно обратное явлению индустриализации, а при индустриализации экономическое пространство, оно как бы пронизывается нитями индустриального производства. Значит, и деиндустриализация, она характеризуется как раз тем, что идет ослабление по всем направлениям процесса производства. Вот я бы так характеризовал это явление. Значит, при деиндустриализации вот в нашем институте, Институте индустриального развития имени Витте, вывели такую формулу, что по всем основным направлениям индустриального производства возникает эффект «де». То есть 4D, если мы говорим о 4 основных направлениях индустриального производства. Это дезорганизация самого процесса производства, снижение уровня, так сказать, организации производства, управления им, деградация применяемых технологий, значит, деквалификация труда в производстве, ну и декомплицирование, там, упрощение продукта производства. И следствие этого, это на уровне компании дестабилизация финансово-экономического состояния, значит, компаний, ну и дезинтеграция уже на уровне, так сказать, связи между предприятиями, на уровне, значит, дезинтеграция вот этих связей и, собственно, самих промышленных структур, если они более-менее крупные. Вот экономический результат этого явления – это общий упадок и утрата, можно сказать, целых направлений производственной деятельности, секторов производства, индустрии. Иногда, чаще всего, без способности их восстановления.
Значит, ну и, знаете, более того могу сказать, святое место, конечно, пусто не бывает. Как только у нас нет национального продукта, у нас для удовлетворения материальных потребностей людей возникает, так сказать, потребность в импорте. А импорт – это насос, это такой некий пылесос, который выкачивает средства, так сказать, за рубеж, в оплату, так сказать, услуг, товаров иностранных производителей. И поскольку средств не достается, так сказать, национальным производителям, то автоматически хереет национальное производство. Вот все это вместе снижает устойчивость нашей национальной экономики, потому что нет баланса между экспортом и импортом, а это как велосипед. Если, так сказать, этого баланса нет, то рано или поздно что-то может там, так сказать, любая кочка привести к тому, что мы можем упасть. Что мы сегодня, в общем-то, в какой-то мере наблюдаем. Некоторая, так сказать, вот та ситуация в экономике, некоторым образом она связана, и может быть даже сильным образом связана с тем, что было до этого сделано у нас, к сожалению. России нужны серьезные изменения. Изменения в экономической стратегии, целях и средствах экономической политики, значит, которые бы обеспечивали вот решение всех этих проблем, и внутренних, и внешних. Причем внутренние проблемы, я вот подчеркну, так сказать, мое мнение, что в значительной мере рукотворные проблемы, а внешние проблемы, это, в общем-то, пришедшие к нам снаружи, так сказать, извне, это проблемы, в общем-то, следствие наших рукотворных внутренних проблем. Пора радикально менять курс. Нам переходить надо от деиндустриализации к реиндустриализации экономики. Но тут я подчеркну, так сказать, да, что вот главным трендом новой индустриализации, реиндустриализации, на базе, он должен быть на базе преимущественного развития высоких технологий. Я еще раз подчеркну, что это не восстановление той промышленности, которая была, так сказать, советская, постсоветская, так сказать, первое время, значит, а это создание новой основы, новой технологической обновленной технологической основы материального производства. Вот я по этому поводу хотел бы предложить вам следующий слайд, значит, который говорит, собственно, о чем? Что реиндустриализация должна стать механизмом решения вот этой задачи восстановления экономики. Базовой парадигмы развивающейся, а не стагнирующей российской экономики. Главная цель реиндустриализации или вот новой индустриализации. Иногда говорят неоиндустриализация, там есть нюансы. Значит, но тем не менее, так сказать, целью такой реиндустриализации, как экономическая политика, которая представляет собой некий набор, так сказать, да, конкретных мероприятий, должно стать восстановление роли и места промышленности в экономике страны. Я не говорю об объемах, о каких-то других параметрах, я говорю о роли и месте промышленности в качестве базовой компоненты экономики в рамках структурной перестройки всего нашего народного хозяйства. И я бы даже сказал шире, в рамках модернизации России, потому что многие исследователи подчеркивают, и мы с этим, в общем-то, согласны, что без институциональных изменений, в общем-то, реиндустриализацию провести тоже либо невозможно, либо она не даст тех результатов, которые мы от нее ждем. Осуществление промышленной политики через основанную на высоких технологиях реиндустриализацию, вот это, на наш взгляд, единственно возможная стратегия, которая позволяла бы преодолеть стагнацию нашей экономики. Вот и эта стратегия, так сказать, да, значит, должна стать, в общем-то, не только восстановлением промышленного потенциала содействовать этому, сколько она должна стать переходом к качественно новому уровню нашего материального производства в нашей стране. Ну, значит, вот эта задача, при всем ее многообразии путей и способов ее решения, она не может быть решена без выявления неких фундаментальных вопросов. Какие это вопросы? Мы думаем следующее. Вот в каждом из основных элементов современного материального производства, о которых я говорил, и которые мы видим в состоянии стагнации, так сказать, да, значит, есть один важный момент, без чего современное производство существовать вообще не может. Этот элемент или ключевое звено – это знание. Вот при этом важно учитывать, что наше вот современное, нынешнее время, современное знание, так сказать, да, в нынешнее время появляется в процессе исследовательской деятельности или познания, научное знание, и они становятся присущими индустриальному работнику, ну вообще, так сказать, собственно, работнику, в процессе его научения, образования. Более того, в современном обществе наиболее эффективным способом превращения научных знаний в квалификацию труда является трудовая деятельность, что в полной мере, конечно, мы можем отнести и к производственной деятельности людей. Вот с этой точки зрения успешное развитие в нынешнее время, в наших условиях современного производства, оно невозможно без глубокой его интеграции с образованием и наукой. Ну, в практическом смысле, в таком практическом приложении, мы исходим из того, что интеграция науки, производства и образования в единую систему выступает
во-первых, организационным необходимым организационным условием, во-вторых, предпосылкой практической реализации, реиндустриализации в нашей экономике. И я бы сказал, далее таким важнейшим элементом реиндустриализации. Что нам для этого необходимо? Нам необходимо постоянно воссоздаваемый, во-первых, и воспроизводящий научно-технологический потенциал, во-вторых, это адаптогенный, я бы так назвал, к индустриальному типу экономической деятельности, человеческий капитал, как продукт высокоразвитой сферы высшего и среднего специального образования. Ну и третье, это их имплементация в сферу промышленного производства. Так, значит, конечно, спасибо большое, я чувствую, что имею, так сказать, союзников вот в своем видении, так сказать, пути решения задачи. Но при этом, конечно, уважаемые коллеги, мы не можем ограничиваться только освоением технологий изготовления продукции, которая отвечала бы там современным требованиям. Какая перед нами стоит задача? Это задача создания новой индустриальной системы, соответствующей передовому рубежу науки и техники нынешнего века. Новыми должны стать, во-первых, у нас содержание, вот на слайде мы, так сказать, это кратко как-то представляем, значит, содержание технологических процессов, во-вторых, структура, отраслевая, размещение производства и так далее, в-третьих, внутренняя структура и типы кооперации производства, их интеграция с наукой и образованием, ну, наконец, четвертое, это вот едва ли, может быть, не самое главное, это те экономические отношения институты, которые могли бы обеспечивать прогресс такого принципиально нового материального производства. Я об этом чуть выше немножко говорил. Значит, ну, на новом фундаменте должны быть построены, в общем-то, все вот те называемые мною компоненты производственного процесса, ну и даже сопряженные, в общем-то, с ним. В общем, изменения должны коснуться всех направлений, всех элементов этого процесса, и организации производственного процесса, технологической базы, труда индустриального, ну и, конечно, продукта. Значит, и все эти компоненты, еще раз подчеркну, основываются на знаниях. Вот я вот на этом слайде, так сказать, да, хотел бы обратить ваше внимание на один важный момент с моей точки зрения. Это инновационность нынешнего процесса производства. Знаете, то, что инновации постоянно должны присутствовать в процессе производства, в общем-то, эта мысль не новая, она достаточно известная. Вот, тем не менее, так сказать, все это было и в старые времена, так сказать, инновации, или, как там ранее говорили, так сказать, новшества внедрялись, так сказать, в производство. Но это, если мы вспомним нашу там, политэкономию социализма, да, то мы помним, так сказать, тезис о постепенном превращении науки в производительную, непосредственно производительную силу. Вот. И, конечно, это относится, наверное, неправильно считать только к социалистическому способу производства, так называемому. Да? Это вообще-то присуще любому индустриальному типу, так сказать, деятельности. Да? Но что важно, что характерно, что в конце примерно 20 века, там, ну, начиная с конца 20 века, вот эта постепенность превращения, она превратилась, я бы так оценил, в стремительность. А сегодня можно говорить уже о переходе в непрерывность. То есть инновационный процесс становится непрерывным в процессе индустриального производства. Он становится императивом эффективного функционирования производства. Вот на национальном уровне это национальная инновационная система, так сказать, да, на уровне предприятия это определенные организационные решения. Если взять, например, такой элемент, так сказать, такой деятельности, как трансфер технологий, то я недавно в нашем совете докторском, где там защищали диссертации, да, наблюдал, так сказать, защиту диссертации человека, который говорил о том, что в производстве трансфер технологий становится неотъемлемым элементом сегодняшнего производственного процесса. То есть это такой же элемент, как сборка, так сказать, и так далее. Вот. На этом я хотел бы, так сказать, значит, свой, так сказать, экскурс вот в эту тему, так сказать, завершить. Спасибо большое. Мы это обсуждали, так сказать, очень подробно 2 дня назад, буквально, так сказать, в Петербурге на Конгрессе Петербургском экономическом, значит, где у нас некоторые коллеги присутствовали. Сегодня мы продолжим этот сложный, так сказать, да, но важный разговор.